Еще несколько дней назад на дорогах по улице 9 мая были ямы. Теперь на их месте гладкий ровный асфальт. Приемку ремонта проводят сотрудники ОГХ и, конечно, местные жители. Улица 9 мая стала одной из первых, где специалисты применили технику укладки большими картами. Это именно снимались не маленькие карты ямочного ремонта, а большой. То есть снялось все полотно, также весь тротуар был снят и положен заново асфальт. На проведение работ специалистам потребовалось меньше недели. Нина Липанова, новости Химки ТВ.